И всем привет, с вами Александр Навас. В данном видеоролике сегодня я покупаю М-ку. Вой, ребят, итак, смотрите. Сейчас я буду подтверждать. Смотрите, вот эта пушка стоит 61 758. Это на стиме этом. Я уже обмен сделал, то есть сейчас объясню. Так, я пока что не буду трогать это. Смотрите, вот обмен. Кстати, вот сейчас это я смотрел свои цены. Это мой аккаунт, ребята. Так. И сейчас вот эти все скины, которые у меня есть. Вот, которые вот я поставил всякие разные. Пламя, не пламя. Я их сейчас вот эти вот, все, вот... Я поменяю все свои скины, почти все свои скины, на вот эту вот пушечку. Немного поношенную. Прям, я бы взял прямо с завода, но без ножа и без перчаток что-то бегать я не хочу. Ну, как бы ладно. То есть я сейчас лишусь вот этих вот всех скинов, ну почти всех. Останется музыка, останется АУК, и останутся вот эти вот две пушки. Ножей не будет. Так, и сейчас я пишу. Так. Так, меняю, значит, вой. Сейчас, может, у меня total price, может, у меня покажется. Или не покажется. Покажись. Вообще, я куплюсь, нет. Так, смотрим. 917 это наш вой, или 798 это есть продать. Так, и сейчас мы посмотрим, сколько вообще я окуплюсь с этого или нет, потому что я могу и отменить обмен. Просто вот, суперкрафт с CS Money, ребята, для этого я даже ник поменял на CS Money. Вот как-то так, это тотальная доминация просто. Кстати, вот эту музыку я сейчас просто прокакаю. Конечно, тотальной доминации не будет у меня. Поэтому вы слышите ту музыку, которая вот, которой уже сейчас не будет, возможно. Или будет сейчас. Так, 971 и 900... Что? Не может быть. Что-то тут у нас тут не так. А вот что? Так. Трейд есть. Но смотрите, здесь оно... Сайт у меня показывает что-то странное. Очень странное. Я не знаю, что принимать или нет. Потому что получится, что я не купаюсь. Это странно. Ну да ладно. Но мне его хочется, потому что, смотрите. Что за вирусы какие-то? Я мог бы вывести прямо с завода вот эту вот. Но тогда я... Ну то есть... мой инвентарь, если вот так вот посмотреть, то он прям идеально подходит. Но я не хочу бегать без ножей и без разных других скинов. Поэтому придется брать немного поношенную. Ну и пофиг то, что я сейчас, может, проиграю, я не знаю. Я не знаю, просто первый раз так обменюсь. Да, я согласен. Так. И сейчас я вот эти все крутые скины, то, что у меня было, я не знаю, сейчас даже записывает OBS или нет у меня. Блин, пожалуйста, записывай. Это, блин, это прям, я не знаю, я даже сейчас, наверное, сниму это все на телефон, блин. Это, если я, конечно, успею еще принять обмен. Сейчас. Так. Это, короче, я уже снимаю с этого, с телефона. Извиняюсь, что так снимаю, сейчас перенастрою. Ладно, сейчас. Это просто, это самый, это, короче, пипец какой-то сейчас. Надеюсь, у меня там не уберется обмен в течение 5 минут. Начинаем съемку. Так. Нет, немного не получилось. Ребят, просто менять или нет? Я просто вот сейчас думаю. Менять или нет? Я меняю вот эти вот все скины, вот все вот эти вот красивые скины. Которые всякие музыки, овлнейшены, все вот эти вот ножи даже красивые, все прямо с завода. То есть все прямо с завода я меняю на какой-то вой, который немного поношенный. Вот так вот. Менять ли мне это или нет, я вот не знаю. Кстати, ребят, сейчас вот так вот сделаю. Цена по флот, вычислить. Общая стоимость. Так, все, посмотрим. Здесь, ну, сейчас у меня просчитается. Это пипец, ребят. Первый раз снимаю то, как я крафчу какой-то предмет. Это первый раз. Я пользуюсь сайтом сейчас CS Money, и у меня бот вот такой вот.
смотрите. Я сейчас крафчу его, я не знаю, мне сейчас, может, обмен даже пропадет. Блин, ну пофиг. Так, 65 на 61. Почему 65, я не знаю. На 56, на 53. Ладно, пофиг, я не хочу ждать. Я принимаю обмен. И что? Ошибка? Что такое? Что, я опоздал? Я опоздал. Пофиг, еще раз. Это ведь тот же? То есть флот у него хороший, у самого этого. Сейчас. Вот он, такой флот. Давайте еще раз обменяюсь. Так. Просто, видать, они меня отключили. Обмен. Ну, пофиг, я еще раз попробую. Так, все. Пробуем. Сейчас нам обмен еще раз придет. Сейчас, ничего пока что не пришло, обновляю страницу. Обмен есть. Так, ну что, я меняю или нет? Смотрите. Просто, я всегда мечтал о вое, но я не хочу просирать нож, единственный мой. Поэтому нет. Я не знаю, принимать ли сейчас или нет. Я приму. Точно все правильно? Я не знаю просто вот вообще. Так, ну точно, все вроде точно, все правильно. Я сейчас даже вот немного поношенный. Все другие, вот я отдаю вот эти вот все скины. Остается у меня в инвентаре пару всего скинов. Один нож, одни перчатки. Обидно. Но все же давайте я попробую. Так. Так, сейчас тогда. Ой, вообще. Ладно. Я сейчас и это снимаю. Просто вот интересно, вот что сейчас будет. Так, ну давайте я тогда выключаю эту камеру, и тогда уже я иду сейчас все это делать. Ребят, вот смотрите, какие у меня скины были. Вот я буду вспоминать их. Вот у меня были всякие крутые ножи прямо с завода, то есть, и вот, то есть не обманываю, прямо с завода вот это вот все. Блин, у меня времени нет, все. Ладно, вот этот нож тоже прямо с завода, то есть все скины прямо с завода. Так, сейчас я сейчас я что подтверждать буду. Так, а теперь подтверждение, ребят. Сейчас. Просто я думаю, блин. Все проиграю. А, я не ответил? Или ответил? Ответил, по-моему. Ответил я. Ребят, сейчас я просто вот так вот обменяю скины на какой-то другой скин. Обидно. Вот, что сейчас будет? Я вот меняю просто скины на что-то другое. Ладно, принимаю. Все, я уже принял. Все, музыка ушла. Все ушло. Даже звук какой-то появился, если вам слышно. Вот так вот обмен выглядит, ребят. Вот так вот обмен. Я не знаю, как вам показать сейчас. Все готово, написано, готово. Я не знаю, как вам показать. Я вот сейчас на другую сцену тогда перейду. Блин, она не показывает. Ладно. Вот, чтобы вы видели то, что готово, написано. То, что я забрал его. Я забрал, этот, хотел сказать, Dragon Lore уже. Все. Блин. Все, я получил его, я получил. У меня вообще показывает это или нет? Это у меня показывает, да. Теперь мы заходим на игру. Сейчас давайте я подключу игру уже. Ой, забрали мы этот предмет. Ой, так, ладно. Капец. Ну хотя бы что-то осталось, хотя бы что-то из тайного осталось. Бланхаунд перчатки и этот наш, этот... Этот, блин, все. Капец. Просто, ребят. Просто капец. Все, 24 августа, ребят, я поменялся. Капец, а сколько он на торговый-то стоит? Сколько он стоит на торговый-то? Сейчас еще чекнем, сколько он на торговый стоит. Торговой площадки. Капец. Мы забрали только что М-ку вой. Просто М-ку вой. Сейчас посмотрим. Сколько она вообще стоит? Она 65. Чем мне сайт тогда врал мне? Чем мне сайт врал? Что она стоит столько-то? Сколько она-то стоит? Блин, объясни себе.
объясните мне. 61 758. Нормально. А на сайте сколько она стоит, интересно, сейчас? А, я не смогу ее обменять. 58 291. Сколько-то так. Пала цена на него. Ну да ладно. Ладно, 58, так 58. Главное, я забрал вой. Я, так сказать, просрал несколько скинов своих. Извиняюсь, что, конечно, кстати, надо, наверное, заново начать снимать, чтобы было интереснее. Так, сейчас. Блин, опять не так снимаю. Ой, капец, ребят. Я забрал его. Я не знаю, как у меня это все снялось. У меня, наверное, лагало все или нет. Или не лагало. Надеюсь, это все не лагало. И все равно у меня все снялось красиво, хорошо и нормально. Я думаю. Короче, я забрал вой. Ребят, это я уже, если что, я туда в камеру говорю. Потому что это все здесь будет. Итак, смотрите. Я забрал вой, немного поношенный. Прям, я бы взял и прямо с завода. Вот честно. И у меня всякие другие скины. И я не знаю, сколько у меня сейчас стоит инвентарь. Сейчас буду чекать, сколько стоит мой инвентарь. Для начала. Вот сколько он стоил изначально. Он стоил вот столько-то вот. Вот столько вот, понимаете? Весь инвентарь, который у меня был. Сейчас. Вот он столько стоил. Извиняюсь, сейчас переставлю в этот. Вот столько стоил мой инвентарь. Мой инвентарь в Counter-Strike. Ну, это, я не знаю, это на CSGO фасте. Так, вот, то есть, вот эти все скины, вот это вот, блин, они еще в инвентаре. Если я обновлю страницу, они уже пропадут. Обидно. Вот то, что были всякие вот эти вот диглы прямо с завода, все, что были вот эти вот ножи прямо с завода, всякие другие скины прямо с завода, которые были красивые. Остались перчатки, остались это, ну, в общем, вот эти вот все скины, они все уже пропали. И калаш пропал. Калаш, который мне нравился, вот этот вот кровавый спорт, он тоже пропал. Все, у меня нифига, у меня осталась только вот какая-то вот такая вот фигня, вот это вот. У меня даже все пропало. Все. Эти, как они... Все стат-треки пропали. А, кстати, у меня было на этом... На Сайрексе у меня было там сколько-то убийств. У меня остался... Этот... Как его звать-то? Аук мой, на который я наклеил наклейку, потому что он... Ну, не стоит он столько, сколько мне предлагал сайт. Ну, а так... охотничья коллекция. Вот так вот, ребят. Вот так вот. Все, я забрал его. Все, я забрал его. Просто пипец, ребят. Вот все, что осталось. Все, что осталось из коллекции, с которой была на аккаунте. Это вот нож, который остался, ну, прямо с завода. Я вот... Вот этот вот вой, я его лучше поставлю на каком-нибудь вот это чело. Мне нравится, как, чтобы было. Красиво, ребят. Я мечтал о вое, но я думал, я возьму себе... Этот, я думал, я себе возьму этот, прямо с завода. Но прямо с завода не получилось. Ну, точнее, получилось бы, но у меня бы не было ножей и перчаток. Ну что ж, там-то остался нож, все. А так все музыки пропали. А, кстати, осталась одна музыка, давайте я еще поставлю. Здесь, чтобы было снято, так. То есть музыка у меня осталась, перчатки остались, все осталось, и... Вот так вот выглядит сейчас мое снаряжение, хотя там было красивое снаряжение. Давайте я сейчас все прибас прям настрою. Так. То есть я все скины обменял. Зато эта красота теперь есть у меня. Да ладно, просто весело. Вот такая вот вещь. Немного поношенная. А теперь, ребята, показываю вам прикол. Очень прикольный прикол. Смотрите. Вот сайт. Вот он, сайт. Заходим сюда, в М-ке. И здесь я набираю вой. Вой. Так.
И теперь смотрим. Так, вот они все вои. И теперь мы смотрим. А, стоп! У меня еще дешевый какой-то выпал, да ладно. Они здесь 800 стоят. А как, а я за 300 вроде взял. Остался такой. Ладно. Вот смотрите, вот прямо с завода. Как выглядит прямо с завода. Так, инспект. Так, инспект. Вот так вот выглядит, ребят, прямо с завода. То есть ничем не отличается, просто вот такой вот прямо с завода. Просто вой. А вот выглядит, как мой вой выглядит. Он ничем не отличается от того, что у меня есть. Все. Ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был Александр Навасов. Это было круто. Я никогда так раньше не менял. Ну, я, конечно, менял предметы, но не ножи. Такие, которые у меня были. Но все же, я думаю, вой мне понравится. Вообще понравится, чем я просто бегал с ножами. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами я, Александр Навасов. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал Навасов. Пишите комментарии под видео. Всем удачи и всем пока.